dvhub.ru. Серьезными выставками, большими выставками стали выступать в наших школах. И получается такая история. Мы замечаем, что вот эта работа, она немножко такая свободная, там никаких приказаний, указаний нам нету. Ну, когда можешь, тогда и делай выставку. Но что интересно, что по нашим, так сказать, вот выраз работам, даже неожиданно, начинают дети писать сочинения, начинают что-то, значит, сочинять, потом сами собираются, понимаете, даже несколько пленеров мы проводили в школах, на улице, проводили, так сказать, пленеры, и они довольно-таки были многочисленны. Значит, дети собирались и готовились к ним. Я думаю, что эту работу надо продолжать. Она не такая уже там трудоемкая, но она заставляет задуматься молодежь, и она, в общем, занимает полезным трудом. Вот я бы хотел, чтобы наши выставки продолжались такие, пожелать вам всего здоровья, всем здоровья, благополучия и, вообще говоря, счастья в творчестве, если оно такое есть. Вот и все, спасибо. dvhub.ru